Ничего ты нескромный такой ранг себе поставил. А то. В смысле? Чемпион. А, единственный нормальный ранг. А то там всякие у меня таранщики, танкисты. Самая жесть там, по-моему, виртуальный пилот. Почему жесть? 1000, по-моему, самолетов в СБ. Вроде да, вроде 1000. Тут одна вот она проблема. Ну, для кого как? Не ной. 0-1. А хочется. Ну ладно, ладно, я в DC-шку отрываюсь. Две точки на 10 часов. У меня на 11. Ниже. Походу босс, что ли? Да, кстати, наверное. Боты. А куда у нас наземка уходит? Ну, воюют парни. Не бот, 63-й. Точно. Трындец нашему бомбу. Это уже следующий. А те двое вон внизу. Все, он бобер уже кирпичами откладывает, наверное. Леха. Ась. Какие действия? Направо вон на точку, которая к нашим идет. Направо ушел, налево. Блин. Твою мать. Извините. Там что-то точек море возле нашего болота. Кишки. Наверное, к ней, да, пойдем? Одна только ниже нас. Ага, к нашему тогда идем. Спидфайр. Ой, я что-то глаза забычил, пру, а вы уже ушли. Ну да, это я с понталок всех сбил. Направо, направо, когда налево. Леха, давай пугани спидфайра маленько. Да я выше его. Но он на моей высоте. А за ним хвостик еще. Подвешивается? А, да ладно. Спидфайр, не огорчай меня так. Он на PlayStation. Так, ну я... Давай, Артурыч, добивай. Так, я перешел в горизонт. Ага. Долбаные пушки. Один раз попал. Спидфайр, Лёх. Где? По курсу ниже. Ага, вижу. Захожу. Ты, то,
Тоже подвешивать? Не. Нет, это почти на нашей высоте. Вот сволочь. Охренеть, он мне в двигатель попал. Пикирую на аэродром. Да-да. На Австралии. Я их, что там у тебя? Он тоже без движки. Сейчас отгонять его буду от тебя. Не, он ушел от меня. Не, ну что он за тобой не увязался. И следом за тобой пойду. Чтобы они тебя на филде не поймали. Ага, падает потихоньку. О, а у нас тут над филдом черная точка. Все, или тогда к тебе иду. Болел? На авианосцев идет. Ну, двигатель пока работает. Нет, он не падает, он на филд пошел. Че, добьем? И здесь будем высматривать. Я вот вижу три черных точки, но это, наверное, бобры. Нет. Сзади. Гаев, я на филд падаю. Садись, давай. Садись. Мы тогда тебя прикрываем сверху. Да я думаю, можно там, там точка над авианосцами нашими баражирует. Так боты же, Лёв. Ну, на авианосцы. По-моему, боты не ходят на авианосцы. База авианосный флот атакована. Там что-то летает. Ну, я про него и говорю. Ну, я думаю, не стоит пока высоту сменить. Он на высоте. Он уже спустился, я вижу его. Ага. Он обратно полетел. Тут на филде у них еще один сидит. Так, я почти сел. Смотри аккуратнее по ВО. Че, Лёха, удачно сел? Да, да. Так, бегу к вам. Этого сделал. На хвосте есть кто-нибудь? Блин, ремонт долгий. Блин, случайно один патрон попал. Чё-то фигня, он же воздушный. О, прикольно. А ты не знал? А-а. Я думал, с филду взлетать. Нет, здесь такая фишка. Так, чё у нас? Парни, чё там у вас? Тишина. Только двух ботов наблюдаю, и всё. А где этот, который авианосный флот наш херашил? А хрен его знает. По низам где-то пошёл. Я третьего вижу, на меня идет. Так, у них звено еще. Лёха, пошли на 47-го. Да, десантное судно наше мачта. Да. Ага. Марат, он выше или ниже? Так, две точки вижу, Егор, на 12. У тебя на 11, наверное. Прямо над горой. Ниже, выше. А, все, увидел. Ниже. Увидел. Это вот походу звено. Он что, разбился? 63-й, да. Блин, это походу баба или лёг. Да это боты, парни. Боты? Угу. Конечно. А где 47-й? Баба. Подсвети мне.
Я его не вижу, но он мочит. Меня выкручивает 63-й. Я понял. Блин. Я думал, он разбился твой. До торнадо, до Марата 8 километров. Может, на него свернем? Я у него. Парни, занимайтесь всем сильно. Ага, вижу. А то по наземке. Ну он что-то бросил, бля. А не долбит. Зашибись, он разбился, блин. Все, меня сделал. Слышишь, Егор? Я видел уже. Так. А, третья точка появилась, ага. Да, вот, хотел так сказать. Ну да, бота. Хрен на них. Все трое, что ли? А, точно, их же трое. Так, 63-я сбита Артуром. Чё у нас, звено? А, нет. Ещё двое осталось. По-любому побрет. Чё делаем? Забираем бота. Идём перезаряжаться. Ну, кому надо, кому нет. Так, резать траекторию. Или они разворачиваются там? Да, походу разворачиваются. Велики? Обалдеть. Привет, я маленько отойду пока. Окей. Так, ну я на нижнего, Лёх. Окей, окей. Там их трое? Да. А третий он как-то непонятно. Он вдалеке, не в толпе. Да что ж такое-то? Ага, третьего вижу. Да чтоб тебе, ну, ё-моё. Случайно не твой был? В смысле? Нет, я его не стал трогать. Мой был Райан. Я имею в виду. Райан, твой. Спасти рядового Райана 2. Да, да. И тебе его не засчитали, что ли, Гарих? Так я ж крыло об него обломал. А ты в него не попал, что ли? Или так не считается все равно? Нет. А, отлично. Вот так надо сбивать. У меня ну, чё, один. Артур? Не ну, перезаряжаться надо. Давай, сопровождать буду. Их тоже двое осталось. Опа. Отметил. Ага. Так, ну я только если с пулеметов. Давай. Если на тебя пойдет, вообще замечательно. На тебя пошел. Блин! Что за пушки такие? Японская. Раньше все японское было, как сейчас китайское. Беспонтовое. Ай!
Упал. Не, ну кто так поворачивает? Сзади он поворачивает. Сверху. Это твой. Ага. У меня 80 патронов. Сверху, спидак. Ну давай, падай. Сволочь. Давай на двоих его разведем. Давай. А ты где? Я клянусь. Он на PlayStation. Блин, последний. Чё у тебя по патронам? 449-61. У меня 80. Что там? Не знаю, куда он полетел. Да, задумал. Но он думает, что уйдет. Нет, развернулся. Походу на меня идет. Вот надо, чтобы он на меня пошел. И ты его снял. Потому что я ему нифига не сделаю. Что он делает, я не пойму. Как на меня. А, ты выше, блин. Я заклиндиться не успел. Ага, есть, спускается. Ну теперь держись. Это девятка. А все, движка сдохла. Он тоже. Он что, за мной? Угу. Ну, это как-то неинтересно. Да, все бы хорошо, только пушки косые. Недамажные какие-то. Угу. Что-то кишка как-то тупит она у меня, не пойму. Ну ладно, давайте. Ну, давай. Назад. Счастливо. Ну чего будем делать? Не, я тоже спать. Ясно. Пока. Пока.